Всех приветствую. Сегодня поиграем в вторжение. Какие-то тут еще миссии, я смотрю, есть. Типа созданные пользователями карты, но которые Firefly Studios включила в HD издание Stronghold. Вот. User created map as Asgard. Нам продержаться до последней битвы. Постройте амбар, сэр. Я тут немножко уже смотрел карту, в общем, она очень такая неудобная. Золотой запас стабилен. Хотя сама по себе карта нормальная по размерам, даже великоватая, но при этом... Так, сейчас скорость уменьшим. При этом места, где строить практически-то особо нет. Ну ничего, будем сейчас... Так, сразу надо ставить лесорубов, чтобы вырубать деревья все вот здесь, на этом участочке. Чтобы они нам не мешали строить здание. Так, и здесь тоже. Ваша популярность падает. В город приехала ярмарка, милорд. Хорош. Запасы провизии. Провизии убивают. Можно убрать сразу. Запасы золота неуклонно растут. Люди любят вас, мой лорд. Сохранение. Так, пока там дерева нет, можно поудалять. Кстати, вот разрушенные стены замка, когда-то существовавшего, и нам немножко камня прибавится. Еще чуть-чуть. А вот еще есть. Итак, у нас походу там уже ох, волки. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Волки нападают, милорд. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Так, а ну завалите. Люди этого любят вас, волка, милорд. А, сейчас попадет, блин, с деревом. А нет, завалил, нормально. Так, окей. А, тут не поставишь, блин. Ладно. Так, питание. Нам надо построить рынок. Рынок мы вот здесь поставим. Тут получается фермы зерновые ставить негде просто. Ну есть тут вот где-то здесь, но пока они донесут зерно, это будет не результативно, короче. Проще тогда здесь будут оружейники потом делать оружие. А вот здесь тогда ставим пекарей. Так, пока три пекаря. Так, ну и надо сразу ставить оружие делать. Здесь нет работы, милорд. Оружие и оружие. Так, теперь кожаную броню.
Послание от вашего писаря. Да, я знаю, что колодцев нет, но что делать? Ох, у нас запасы провизии. Хавчик. Да ё. Казна пустеет, ваша светлость. Провизии осталось мало, ты видишь. Так, тихонько. Внимание! Внимание! Волки бегут. Надо хоть арбалетчиков создать, чтобы они их попрессовали. Провизии почти не осталось, милорд. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает не хватает оружия, сэр. Так, где там эти волки? Поставим охотников парочку. Отлично. Теперь можно ставить камень добывать. И железо, чтобы продавать можно было. Провизии осталось мало, поверите. Так, тихо. Я хотел купить колосков. Да, ну по-любому придется еще один домик ставить, как ни крути. Потому что нам нужно и колодец влепить. Колодец. Здесь, конечно же, колодец. Обязательно. Пока хватит. Так, извозчик камней. Так, ну и здесь надо поставить. Оп. А, не успел закрыть. Черт. Хотел этих оленей закрыть. Да ну, песик, уйди. И арбалетчиков переводим на замок наш. Ой, на замок говорю. Ну, короче, на передовую стеночку. Так, это все есть. Сохраняемся. Сохранение. Так, с продукцией надо разобраться. Хавают, дай боже. 15 мешков муки. Все-таки я бы, конечно, посадил.
Или как тут посадить, если... Если слишком далеко ходить будет. Да и тут деревья уже понарастало. Ладно, будет без муки, лучше... Лучше деревья вырубить. Не хватает товаров. Народ весьма почитает вас, милорд. Наш золотой запас стабилен. Где? Алло. А, это на... Я понял, на охотника. Волчары напали. Так, сейчас тут вырубим дерево. И можно будет нормально строить. Не хватает рекрутов, сэр. Внимание! Стой! Строй! Вперед! Бегом! Шагом! Марш! 19. Так, я хотел вообще-то построить тут башню, потому что нападать будут вот с юга. Я хотел что-то... Запасы камня слишком много. Что-то серьезное тут построить. Но надо вырубить дерево, чтобы построить тут серьезное. Внимание! В деревнях говорят, что видели отряд волка в этих краях. Внимание! Волка, говорите? Тогда надо побыстрее... Волки нападают, пилот! Не хватает рекрутов, сэр. Внимание! Побыстрее делать арбалетчиков. Внимание! Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает оружия, сэр. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Сейчас сделаем вам. Так, сколько у нас там? 3 мешка муки, блин. Нас атакуют войска волка! А ну, что там? Ну пока. Немного их. Внимание! Прыгай вперед! Не хватает товаров. Запасы провизии пополняются, сэр. Блин, придется ставить еще одну матку. Как ни крути.
нормально. Волки нам помогают. Вообще завалил одного. Отлично. Запасы золота неуклонно растут. Люди доверяют вам, ваша светлость. Так, здесь вырубаем. Вырубаем деревья и тогда поставим. Поставим башенку такую хорошую, красивую. Ой, как раз волков зафигачат. Город приехала ярмарка, милорд. Так, так тут можно вырубим камни быстренько сейчас деревья. Не хватает рекрутов, сэр. Местники. Заканчивается. Все бабки на муку тупо сейчас идут. Не хватает товара. Не хватает рекрутов, сэр. Отличненько. Первую атаку отбили. Сейчас вырубают деревья. Это ходки 3 надо каждому сделать. Так. Булав. Ой, булавы. Кожаные брони подкупили. Казна пустеет, ваша светлость. В деревнях говорят, что видели отряд волков. Налог. Так, ну камушек уже есть. Не хватает рекрутов, сэр. Сэр! Бегом! С питанием что там у нас нормаленько. Тут еще пару елочек вырубить.
зачистим территорию. Нас атакуют войска волка! О, булавоносы уже. Булавоносы, это уже посерьезней, ребятушки. Не хватает оружия, сэр. Оружие на плечо. Не хватает оружия, сэр. Я себя достаю. Стой, строй. Ну чё, вы не можете залезть? А как этот с мясом оттуда идет, если у меня только здесь избушки? Он что там в поле разделал? Прикольно. Конечно. Теперь надо лестницу поставить, что-то она там не могли выйти. А, вот почему, потому что тут промежуток. Ну теперь все нормально. Ваша светлость, в замок приехал Шут. Красавец. И я осмелился предложить ему работу. По красоте вообще. Запасы провизии убывают, да, мой лорд. Я кое-что забыл купить. И сидят без работы. Мои пекари и мельничники.
Так, давайте чуть скорость добавим, потому что эта миссия обещает быть долгой. Мы только где-то 30%, 28% говорят, прошли. Что видели отряд волка в этих краях. Одного берем. Ну, по чуть-чуть расчищают. Еще немножко и можно будет башню ставить. Нас атакуют войска волка! Не хватает товара. Так, ну что там? Фу, арбалетчики уже пошли. Это уже плохо. Блин, я хочу вот эту башню поставить. А ну если вот так сделать. О! Отлично, просто. Оружие на плечо. На башню все. С нее будет отличный просто обстрел. Мы будем доставать просто далеко, так что будет, короче, нормально будет. По противникам сможем валить еще до того, как они нас вообще заметят. Так. 18 арбалетчиков загрузили. О, они только идут, а наши уже начинают валить по ним. Ого! Вас тут не слишком дохера. Это надо отводить. Покоцали сюда. Желтенький. Встать, строй. Внимание. Этот пойдет. Так, ну и отлично. Сейчас будем добавлять. Оп. На башню. Мы выбегаемся. Стой, строй. Ух, он нас. Казна пустует вас.
Что? А, шут ушел. Я понял вас. Не хватает товаров. Так, что там тут? Вырубают деревья по чуть-чуть. Не хватает оружия, сэр. Мы выдвигаемся. Так, там одно дерево осталось. Или два там. Запасы провизии пополняются, сэр. Так, тут можно спокойно ставить. Фермочку сырную. Так, отличненько, и мы где-то, ну, 35% времени уже продержались. Не хватает оружия, сэр. Мы выдвигаемся. Так, теперь надо смотреть, что тут можно интересного построить. Мангональ. Но если в ней смысл, как бы я что-то не очень. Катапульту, в принципе, ну, не знаю, арбалетчики, как по мне, справляются на ура. В принципе, я не вижу смысла что-то строить здесь. Разве что только еще одну башню вольтануть. Еще одну башню и также соединить ее лестницей. Не хватает оружия, сэр. Оружие на плечо. Шагом. Марш. Так, этого убираем. Тоже убираем. Ну, теперь сможем перемещаться между башнями. Так, тут есть. Внимание! Встать, строй! Вперед! Подровняем немножко наши стеночки. Так, есть. Внимание! Прыгай!
8 человек не занятых, но сейчас будем... Что-то у нас оленей? Я смотрю, так нехило. Давайте тогда поставим здесь две охотничьи избушки. Дополнительно. Так, тут оленей. Уху! Что? Сколько? Так ты ж не успеешь добежать, оно мясо спортится. Блин. Хорошо. Так, муки уже нет. Запасы провизии пополняются, сэр. Наш золотой запас стабилен. Люди любят вас, мой лорд. Запасы провизии пополняются, сэр. Много еды, это здорово. Кормежка неплохая. Запасы провизии убывают, мой лорд. Продадим. Не хватает. Продадим все, что есть у нас. Так, а как все, нападения прекратились? Я уже так себе обустроил все. Не, лучше сюда. Ну что, почти половина. Давайте, короче, скоростушку добавим, пока нападений нет. Все равно нам как бы делать-то нечего. Сохранение. Ну, сейчас поставим еще это, молочную ферму. Одну. На сырок. Запасы провизии убывают, мой лорд. Три группы оленей. Есть. Запасы провизии убывают, мой лорд. Ферму поставить. Да, что ж такое? Оп. Есть. Народ весьма почитает вас, милорд. Ну так а нападать будут на меня еще? Или сейчас там с катапультами придут? Ну хотя мне уже катапульты не страшны, только требеша. Не хватает оружия. Потому что их арбалетчиками нельзя будет достать. Но по факту то миссия... Может быть, в самом начале там немножко нужно разобраться на этом таком небольшом пространстве, а потом оно
идет как по маслу все. Там вырубили все. Значит, там нужно убирать. Здесь убирать. Здесь. А, уже дерево не осталось. Ладно. Так, а у нас туда влезет? Влезет. Молочная ферма. Что будет даром стоять? Пусть хоть сыр носят. И вот здесь. Почему бы и сырком не запасы затариться? Сэр. Много еды — это здорово. Ваша популярность растет. Кормежка неплохая. Запасы провизии пополняются. Кормежь можем продать, да? Правильно. 50 хлебушка. Запасы провизии пополняются, сэр. Так, ну что там, кто-то будет нападать вообще? Не так уже неинтересно становится. Понятно, что там осталось уже где-то 30-36 там процентов времени, но все-таки хотелось бы поучаствовать в битвах, что ли. Ваша популярность падает. В принципе, тут еще закрыть и все. Такой толстючей стеной, и они вообще без шанса будет для врага. Вот тут тогда сейчас закрыть, как передовую позицию сделать. Но только нужно деревья вырубать, закрыть, и тут себе можно две эти зерновые фермы поставить, сделать мостик, чтобы они ходили ближе было. В принципе, можно, но уже время заканчивается, поэтому не особо вижу смысла. Хотя... Хотя... Да нет, ладно, не будем. Не хватает рекрутов, сэр. То мне уже и арбалетчики-то, по сути, не надо. Что там, кто-то осмелится напасть? Тут уже мечники, в принципе, могут нападать. Мостик такой прикольный сделали. Классно. Интересно, если его разрушить. Потом же не построишь опять. Давайте-ка мы попробуем. Так, сохраночка. И сейчас пробуем. Опа! Так, ну это же я экономику нарушу, правда? А ну сейчас мы лучше на одной. Разрушили и... А нет, строится. Все нормально, там просто земля, и на ней строится. Прикольно.
здесь, типа зубчики, чтобы не упали наши люди. Так, ну ладно. Чё, никто нападать не хочет, а куда вы вообще пошли-то? Сколько у нас людей? 11 свободных. Один домик убираем. Теперь у нас перенаселение. Что к нам движется армия волка. Минус 4 перенаселения. Минус 4 счастья имеется в виду. Это хорошо. Армия волка. Я уже думал, не будет никого. Так, оно перенаселение. Народ. А, минус 2. То есть оно от количества людей. Чем меньше. Чем больше людей перенаселения, тем больше счастья отнимает. Нас атакуют войска волка! Вперед! Так, уменьшаем скоростушку. Ух! Как знал, блин! Ёшкин, Карапошкин! Как. Наговорил на себя, что надо бы, что можно этим мечникам атаковать. Так и получилось. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Запасы провизии пополняются, сэр. Запасы провизии пополняются, сэр. Так, там меньше, хоть больше, этих осадных инженеров нету? Есть! Есть, блин! Только не говорите, что сейчас... Сохранение. Какую-то... Поставить их... Хренотину, которая будет стрелять в меня. Этими, блядь. Короче, стрелять в меня будет... камнями. Внимание! Оружие на плечо! Да, но тут уже хочешь не хочешь придется. Так, ну тай. Короче. Ставим баллисту, ёшкинку. Гильдия инженера. Вот тут как раз место для нее. Не хватает рекрутов, сэр. Чем мы можем помочь? Да, ваша милость. Подбираем обслугу. Поехали. Заряжай. Да. Поехал обстрел. Хорошо, хоть арбалетчиков нет. Ох, зарядили хорошо. Еще и речка, и брод тормозит. Оп,
заряжайте. Опа, поехали. Хорошо попадает. Так, ладно, нормально. Слава богу, у нас войск пикейщики. Вот пикейщики, они быстро ходят. Не хватает оружия. Готовься! Мы выбегаем! Да, без проблем. Музыка классная, но вот просто вот как много значит музыкальное сопровождение. Если оно подходящее и правильное, то это вообще там третья часть игры. Здесь в Stronghold оно просто нереальное. Запасы провизии убывают, запасы золота неуклонно растут. Люди любят вас, мой лорд. Запасы золота неуклонно растут. Хорошо, хоть не все вместе пошли. Тупо все атакуют. Да, пикейщики, конечно, мощные ребята. Столько арбалетчиков, 59, и они доходят до ворот. Речка хорошо очень помогает, затормаживает их так хорошо, просто как мишени на блюдечке делает. Люди любят вас, мой лорд. Запасы провизии убывают, мой лорд. Послание от посла. Так. А где пожар, собственно? А, инженерное сооружение горит. Ирена. Так, вообще-то там должно было быть... А, вот, бегут.
О, лес пошел. Ничего, так, оленей только не подожди. Да что вы на одно идете, алло? Так, надеюсь, олени не будут пожар бежать. А, тут все, закончилось. А, нет, чуть-чуть подшмалилось место. Возле ферм поставить еще одну. Да что вы? Почему одно тушить? Ну пойдите на два разных здания. Ну, я просто не понимаю, в чем прикол. Хорошо, хоть они не поджигаются. О, молодец, красавчик. Там рынка почти весь сгорел. Так, вас тут дохрена еще. Давайте мы опять скоростучку увеличим, потому что потому что город приехала ярмарка, милорд. Запасы золота неуклонно растут. Люди любят вас, мой лорд. Могут попасть. Люди покидают нас. Вау! Казну поступает золото. Вас не очень-то любят, милорд. Запасы провизии пополняют. Да, я заметил. Много еды — это здорово. Много еды — это здорово. Нынче больше, чем обычно. К нам приходят новые люди. Послание от Бога. Будь ты проклят, я еще сыграю. Хорошо. Это что, типа... Это типа все или последняя еще будет атака? Запасы провизии убывают, мой лорд. Так, давайте сохранимся. Сохранение. Встать! Когда стрелков нет, в принципе, вообще без проблем все происходит. Давайте что-то.
еще будут нападать. По идее, разочек еще должны напасть. Не хватает рекрутов, сэр. По идее. Мы выдвигаемся. Сейчас посмотрим, в общем. Ого, у нас камни. Тут можно, блин, загородить все, что только есть. Не хватает товаров. Не хватает рекрутов, сэр. Мы выдвигаемся. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Ваша популярность великовата. Люди восхищаются вами. В смысле расходуем? Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Ничего мы не расходуем, не надо обманывать. Ну все, должно быть все уже. Мы в опасности, милорд. К нам движется огромная армия волка. Хорошо. Хорошо. Послание от волка. Ты не раз огорчал меня, так что теперь я собираюсь вернуть тебе должок. А где там этот указатель? Нас атакуют войска волка! У-ху! Лестничники. Кого там только нет. У-ху! Хорош, хорош. Вот это я понимаю, что надо сохраняться. Надо сохраниться, потому что тут осадных инженеров хуева туча, извиняюсь за выражение. Сейчас как наделают катапульт. Надеюсь, нет. Так, я смог собак поставить. Или что? Или нет у меня собак? Все можно строить, кроме собак. Тупо все можно построить, кроме собак. Это ж надо так? Единственное, что такое понадобилось, эксклюзивное. Его как раз и нет. Так. Ну, вроде как, осадных будок этих нету. Вроде как. А не, вот одна какая-то. Почему она... А, нет, вот есть. Есть немножко. Ну только же вы туда не дойдете, в курсе? Вы как бы в курсе? Ага, ну одновременно лучники и эти идут. В принципе, тактика неплохая. По факту то. Только нам не суждено.
можно туда зайти и построить какие-то машины. Ну с лестницами вы тоже просто никуда не дойдете. Так, мечники пошли. Заряжаем. Что-то вы как-то, если будете так по миллиграмму посылать, то у вас вообще шансов нет. Болельщики пошли. Просто без шанса. Запасы провизии убывают, мой лорд. Один сыр. Не хватает товара. Народ весьма почитает вас, мой лорд. Запасы волка неуклонно растут. Налога чуть. Народ весьма почитает. Меньше. Мечники пошли. Еще пару мечников последних.
просто поливают дождем из стрел. Для противника без шансов. Так, ну давайте подувеличим скорость, потому что они идут по 10 человек. Пошли бы там хотя бы двумя группами так подряд, были бы шансы куда-то прорваться. А так мы их выносим просто даже на подходах вообще к первому рубежу. Может вам дырку проломать, блин? Реально, чтобы его быстрее. Вот так. О! Все, поехали. Проломили. Проломили дырку. Типа. Ха. А как вы туда попали сразу? Оу, начальник. Не хватает ресурсов, сэр. Не хватает ресурсов, сэр. Не хватает ресурсов, сэр. Конечно, это у них без шанса было, но можно было и попасть. Прикольно. Нормалёк. Ну всё, валите. Хоп, все. Послание от волка. Я еще вернусь. Давай. Мы победили, сэр. 1% войск потерял. И то, походу, в последней этой битве. Так, ну все, в принципе, миссия легенькая, так что пробуйте, проходите, думаю. У вас тоже с первого раза получится на самом сложном. Всем пока!